Это аквариумы с соленой водой в нашей гостинице, которая называется Night, называется Ночь. Гостиница в Нью-Йорке, прямо на Бродвее мы остановились. Вот я сижу и просто балдею, наблюдая за этими рыбками, которые суетятся, куда-то плывут, и меня просто абсолютно завораживают. Можно смотреть часами. Часами не уставать. Шикарный аквариум вообще. Шикарный. О, боже мой, красота. Он двухсторонний. Это аквариум двухсторонний. С этой стороны он отражается также в зеркале. И если обойти, можно увидеть аквариум и с этой стороны тоже. Он как бы такой в капсуле закрытый.